У новы будынак натарыяльная кантора цэнтральнага района Гомеля пераехала ўсяго некалькі месяцаў таму. Кажуць, што тут больш утульна і зручна як для натарыусаў, так і для наведвальнікаў. Сёння няма, напэўна, ні аднаго паўналетняга жыхара рэгіёна, які б хоць раз не звяртаўся да юрыстаў. Прычым, што тычыцца гомельскай натарыяльнай акругі, то тут часта практыкуюць нават бясплатныя кансультацыі. Сёння натарыус сапраўды вельмі запатрабаваная прафесія. У нас вот в прошлом году было почти 200 тысяч действий. Если представить, что хотя бы по одному придет, это уже 200 тысяч посетило. А если учитывать, что это в основном многостороннее обращение, то достаточно много. В день бывает нет никого, а на следующий день 20 человек приходит. Это же все зависит от того, как люди свое время организуют. Но вообще в среднем 100 действий в месяц делает каждый нотариус. Круглый стол нотариата СМИ сёлета проводится у другий раз. Хоть на практике с журналистами нотариусы Гомельской округи супрацоўнічают уже шмат годов. За гэты час, кажуть, были взаимные непоразумения и необъективные публикации. Але теперь конфликты уже николи не возникают. Урэшті и у нотариусов, и у журналистов одна задача. Выховаць паважлівыя адносіны да закону. Мэта дасягаецца тым больш паспяхова, калі за справу бяруцца прафесіяналы, якія нават аб самым сур'ёзным могуць расказаць цікава і захапляюча. Мы ўсе дзейнічаем у інтарэсах грамадства. З гэтым сцвярджэннем ніхто не спрашаецца. Никогда никаких проблем не было. Мы работаем регулярно на протяжении долгих лет с нашими издательствами. Поэтому мы всегда им благодарны за своевременность наших публикаций. И всегда рады тоже им помочь в профессиональной деятельности. Олег Сенцеров, Настасья Кучинская, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».